Настенька. Он сидит, смотри. А мужик сидит уже в этой проруби уже минут 10, наверное. Не, меньше. Минут, ну, 5 минут точно. 5 точно, да. Вообще прикалывается. С принципа не выйдет. Вот сидит и все в проруби. Вот сколько можно сидеть? Уже... Волосы обморозили, блин. Вот так вот. Я этим инеем покрыла. Я не вижу, что... Так, чувствую, сейчас его будут волоком выволакивать. Сейчас будут освещать воду. Так эти что, зря купаются, что ли? Походу. Дядь, что вообще зря? Ну, борода. Зря бороды брели. Он самый пуп борода. Борода греет. Он минут 5 сидит, даже больше. Йох. У меня еще такой фокус, вот Настюха меня научит надо смартфоном пользоваться. Так, где он тут? Так, где мужик? Мужик? Он махает всем, ему нравится, похоже. Машет. Мне теперь интересно, когда делает. А то. Вот сидит и не хочет выходить. Уже минут 10 сидит. И не выходит. О! Ой, да неужели? Наконец-то вышел. Мы на мостике только зашли. Да нет. Плечи. А, точно, инеем покрылись. А почему это получилось? А, вообще ничего, ему 100 грамм надо. А ему нет, с тем, учитывая то, сколько он там сидел, ему пол-литра 300. Сейчас надо. Ну, 300, да. Горячий чай. Вот, пожалуйста. Ну, народ. Всем хочется искупаться в этой ледяной воде. Не, мне не хочется. Там скорая дежурит, спасатели. Очередь стоит. Ну да, все раздеваются вон. Еще раздеваются и раздеваются. Вот это да. Это вам не что-либо как, а как-либо что. О! Че? Он наконец-то отошел в сторонку. Одел. А вон он, под забором. А вон, да, в желтых этих трусах. Да. Ничего, растирается, все в порядке. А мы волновались. Не первый год промышляем. Видимо, да. Тебе. Я чуть не пожалуюсь. Ну вот. О, народ купается. Ой, боже, зачем же звала это? Ой. Прикольно. Очень прикольно. Ну, там вышел, там раз. Наверное, соточку подносят. Но это логично. Иначе можно заболеть. И там еще прорубь. А еще там тоже делает кино. И мы смотрим на вот это. Все, у нас минус 15 градусов. Очень холодно. Вот эти... Люди просто герои. Вот, Мариша тоже готовит. Тоже готовит видео, девочки, мальчики. Тетенька боится. Тетенька, да, тетенька. Ой, это она напрасно. Так и да, надо перекреститься, чтобы окунуться в такую воду. А правильно, а как же? Так что-то я потеряла. Вот. Женщина все-таки рискнула. Все-таки она искупалась. Так, где соточка? Где соточка? Быстренько дайте человеку согреться. О, еще один. Сейчас заходим.
дают? Так и да. А это же? Что там воды? Ну что, хорошо, спасатели, да? Да, ну да, а всегда и спасатели, и скорая помощь всегда обязательно должны дежурить, потому что... О, и мужик этот... О, бородач пошел. Друг. Я люблю. Да? А у дяди... Молодой человек. А что он в перчатках, я не поняла. А вот мужичок бородатый. А он и в шапке. Ну да. А зачем он стоит? А я не знаю. Да он прикалывается вообще. Демонстрирует выдержку. Главное, чтобы не поломался, как Кирюша. А может, он поломался уже? Ниже пояса. Да, и не может выйти.